И все не кстати. Вторая часть 7-й серии, да? ОБС просто зависла, и все. Прекрасно, хорошо. Значит, она доверилась кому-то, я уж так и не понял. Я сразу увидел, но я не успел никак среагировать. Что в день, когда мы должны были продемонстрировать свои умения, полила нам в чай и, короче, хероту. Только я не знаю, что... А что такое Феликс Фелицис? Это какое-то зелье? Его еще называют жидкой удачей. Оно запрещено во всех волшебных видах спорта. Через несколько минут я поняла, что что-то не было так. Было такое. Я играла лучше, чем когда-либо. А уж Аска была просто на высоте. Никогда не видела ее такой. После проб я заставила ее объясниться, и она призналась во всем. После этого я сразу же забрала свою заявку в команду. Но это была не ваша вина. Вы же не знали о зелье в чае. А какая разница? В тот день на метле была не я. И я не смогла с этим жить. Так что я во всем созналась и ушла из команды. Пришлось с позором сжечь свою метлу. А Крыш. Что стало с Аской? Она тоже сожгла свою метлу? Аска выступала за Тенгу 2 сезона. И вы никому не рассказали о том, что она сделала? Не мне решать ее судьбу. Я в ответе только за свою судьбу, а вы за свою. Спасибо, профессор. Я запомню ваши слова. Ареста моментум, да. Хорошо. Даже вырезать не буду. Ну, потому что, ну а чё? Окей. Мы тебя услышали, но ты могла из команды и не уходить, как будто бы в этом нет твоей вины. Так, это тоже задание, самое первое, наверное, оно появилось из допов. Давай переоденемся, что ли? Ух, у нас прям такие перчи серьезные. Ну, типа 7 единиц это серьезно, я бы сказал. И стоит, я помню, шарфик, да? Хороший. Мантии. Тоже. И наряд. Какой-то лек-наряд у нас есть. И, кстати, довольно много предметов на продажу. Надо определить мантию и сгонять продать. Да, только визуальчик бы какой-нибудь. Курточка была, я помню, такая прикольная. Нету, да? Как-то вот оно все как-то не очень смотрится. Она пойдет, епт. Головные уборы тоже неизвестные есть. А у нас какой? Вот этот типа? А, у нас панамка такая, да? Угу. Окей, давай выручай комнату. Первым делом определим, у нас получается 2 шмотки. И будет бом-бом. Ух, я уже не знаю, есть ли смысл реально лутать этот весь дроп. Так, давай вместо смоковницы уже, наверное, С. Капусты, блять, насадим. Ну, почему бы и нет? У нас ее не очень много.
Думаю, что вы должны гордиться приготовленными вещами. Да, я тоже так думаю. Так, хорошо. И зелье погнали. Давай тоже здесь переменяем. Тентакулу посадим. Так, определяющий стол. Ух, хорошие предметики вроде у нас. Значит, не-не-не, головной убор. 71 и повышает от всех растений. Ну, нормально. Зато, типа, хотя бы около нашего левела, типа. 80, ой-ой-ой-ой-ой. С помощью круца, ой-ой-ой-ой-ой. Серьезная вещь, я тебе так скажу. Так, и чё-чё? И шапочку одну дурацкую, нахер отмаля. Прям такой хороший дроп. Да хорош ты намывать. Он так пригодится, когда понадобится что-нибудь определить. А как... вот он, ткацкий станок. Я вот могу как раз-таки доставить что-то, например. На нападение, да? Хрен знает, пока, наверное, не надо. Я, кстати, зелья не юзаю почему-то, да? Хотя их у меня нормально. Но мне кажется, и пора фокусирующее зелье. Я уже почти не ошибаюсь с табом. Языка у меня этих дохера. Вон росли златоглазок. Ой-ой-ой, да-да-да. 100% надо все. Прям, блядь, если вот такой соперник реально дикий, блядь, то почему бы и нет? Эдурус поставил, блядь, короче, ой-ой-ой, да. Можем прям порцию и все в ручей комнате вкачать. Да? Давай тогда к Пепину, там как раз и рецептик. У нас будет. И сольем всякую хрень. Жалко, что стрим, конечно, падает. Прям очень жалко. Еще раз благодарю вас за доставку зелья, мадам Лаванг. Вот... Вы сэкономили мне много времени и сил. 30-е. Мудрое решение. Благодарю. 30-я вот это версия ОБС, она вот что-то вот так себя винет. Херово прям. Ну так по чуть-чуть и уже и бабки. Пять есть. Хорошо. Может, еще увидимся. До свидания. До свидания. Так, и опять в комнату. Я прям сразу наварю, бля, много. Поставлю хотя бы. Они там, наверное, долго делаются. Зельки-то. Есть.
Ведь думает, что вы должны гордиться приготовленными зельями. Вот оно, фокусирующее зелье. 26 языков этой шхероды. Водорослей много, златоглазок много. Прям, ну, такой серьезная же штучка. Да, но каждый по минуте. Окей. Давай. Да. Сюжетик. Зал картографии. Хорошо. Это нам вот сюда. Я бы засейвился. Какой видок. Сохранить игру. Угу, все хорошо. Не советую вам недооценивать этого ученика. Мне раньше никогда не встречались такие способности к магии, а я уже давно преподаю. Такие ученики — большая радость. Хоть и не всегда. А, вот и вы. Я получил вашу сову. Мне удалось поговорить с Лодгаком, тем гоблином, о котором я вам говорил. Что он вам сказал? Раньше они с Ранроком были заодно, да. Но потом разругались. Вы полагаете, ему можно доверять? Сложно сказать. Мне он показался честным, но трудно сказать наверняка. Впрочем, Сирон Райан ему доверяет. Ну, это что-то да значит. Ну да. Но даже если ему можно доверять, поможет ли он нам добраться до Ранрока? Мне удалось достать украденный шлем. Лодгак надеется с его помощью вернуть доверие Ранрока. Вы хорошо потрудились. Будем надеяться, что вашими стараниями мы сумеем узнать, что задумал Ранрок. Лодгак упоминал, что Ранрок что-то ищет, но он не знает, что именно. Может, этот шлем поможет нам найти ответы? Ранрок что-то ищет? Этого я и боялся. Когда я посещал свой портрет в замке, то поразился тому, сколько там оказалось гоблинов и волшебников. В замке Руквудов? Да, когда-то я там жил. В этом замке пройдет ваше следующее испытание. Вы что-нибудь видели или с кем-нибудь говорили? Нет. Предпочел не привлекать внимания. Глазами только я так. Я давно там не был и не услышал ни одного знакомого голоса. А потому и доверять бы им не стал. Я старался не попадаться им на глаза, чтобы они не решили уничтожить мой портрет. Вообще верно, так и надо. Мне очень жаль, но вы должны знать, Виктор Руквуд ваш потомок. Темный волшебник в сговоре с Ранроком. Мой потомок? Темный волшебник? Тогда, боюсь, нам нельзя терять время. Вы должны как можно скорее попасть в замок Руквудов, хотя этот путь наверняка будет полон опасностей. Это не только место проведения следующего испытания, но и хранилище источника силы, который не должен попасть ни в те руки. Хотелось бы мне, чтобы у нас была такая роскошь, как время. Однако я не сомневаюсь в ваших способностях. Как можно скорее найдите там мой портрет. Хорошо, сэр. Отправлюсь немедленно. Желаю удачи. Давай. Нельзя тратить ни минуты. Встретимся в замке Руквудов. Ты видел? Чуть из-за экрана я это, хоп, и он все. Да уж. Теперь можно протега реально юзать. Но просто почему я уклоняюсь чаще всего? Потому что уклонение это, по сути, 100% избегаешь урон. А протега, то есть, есть как бы желтая атака, есть красная. Когда красная, ты протега не поможет. И поэтому, как бы, тут идет перестраховка, идет уклонение в основном.
То есть я вижу сначала кольцо, а потом цвет. Или вижу хотя бы... Я даже уже по анимации, в принципе, понимаю, что... И вот, например, даже... Когда я вижу что-то... Например, даже кольцо появляется у меня. И, то есть я понимаю, что у меня есть еще где-то типа, почти секунда, и я могу не уклоняться, а, допустим, заклинание юзнуть, и потом уже уклониться. Как-то так. Карта. Карта мира. Нельзя терять ни минуты, ёпта, и отслеживания нет вообще. Гениально. Типа выйти нам, наверное, надо отсюда. Ну вот, теперь новое задание. Что вы затеяли на этот раз? Да иди ты. Теперь оно появилось, да? Испытание Чарльза Руквуда. Значит, поскорее как можно пройти испытание Чарльза. Мне нужно встретиться с профессором в зале Руквудов. Ух, я уже вижу не близко, не близкий путь. Мы как будто там были, не? Или были прям неподалеку? Вот тут прям целый этот. Окей. Let's go. Интересно, кто тут живет? Ривелио! Алахамора! Угу. Кто-то там в подвале. Ривелио! Суету наводит. Умираю с голоду. Что? Просто ничего? А, я, походу, взламывал эту дверь, и там, короче, я понял. Не ссы. Акцо! Инсентио! Конфринго! Я не успокоюсь, пока ты... Окей, окей. Гуляй. Какая наглость. Акция. Че, неприятная? Неприятная штука. Я согласен. Кстати, красиво так выглядит. Но скоро судьба нам улыбнется. Акция! Инцентио! Конфринго! Левиоса! Десцендо! Дефиндо! Ты лишь растягивай! Акцо! Инцентио! Я не успокоюсь! Я тебя закопаю так глубоко, что Инцентио! Блять, чё за... Остолбенеть! Конфринго! Ривелио! Фух, нормально у вас тут движуха, ребят. Фух тут нет, ну...
Типа, блядь, меня напрягает, что я как-то плохо кликаю. Полезная эта вещь, ваше руководство для... А я, наверное, должен был, типа, вместе с ним как-то драться. Нет. Сюда! Что здесь происходит? Профессор Руквуд был прав. Это место кишит приспешниками Виктора Руквуда и сторонниками Ранрака. Они неплохо спелись друг с другом, но это вовсе не дружеский союз. Я уверен, вы согласитесь, что через парадный вход идти нельзя. Нужно найти другой путь. Идемте. А я бы так и зашел. Они бы охуели. Привезли сундук. Блять. Не остановить восстание Ранрака. Да ну, ебать. В Хогвартсе что, не учат драться на дуэли? Конфринго! Там, наверху, мы нашли выход. Все нормально. Столько значков на карте. Ривелио. И чего? Ну ладно, хорошо, я поиграю в ваши игры. Вингардиум Левиоса. Я поиграю. Левиоса. Да ебулись. Давай, давай. Знал бы я, что ты хочешь перекопать мне пол страны. Мне бы не пришлось копать, если бы тебе удалось поймать этого ребенка. А вы не слышали, да, что мы там за стеной пиздец? Если бы ты не отправил дракона за футляром, на поиски которого я потратил много месяцев. И еще больше золота в министерстве. Это ты дал им сесть в карету. Я вынужден был действовать, пока они не добрались до своей треклятой школы. Называется, когда два урода это... Вместе. Я позволил тебе рыть тоннель. Каждый за свое. Домом. Позволил мне? Ты вообще здесь лишь потому, что один из твоих предков был хранителем и можешь мне пригодиться. У нас был уговор. Я поделюсь с тобой полученной силой, если ты отыщешь сокрытые где-то хранилища магии. Так что... Если не хочешь, чтобы я еще раз продемонстрировал на тебе свою силу, которую ты так жаждешь получить, притащи ребенка. Громкость даже сбросилась в ОБС. Будем надеяться, что... Мы уже знали, что они вас ищут. А теперь знаем еще, что они ищут хранилище магии. И Ранрак знает о хранителях. Да. Я тоже это слышал. Это очевидно, как профессор будто профессор Руквуд сказал, что вы поймете больше, пройдя следующее испытание. Ну, пойдемте в замок. Пойдемте. Лови! А, блядь. Мамаши твоей передать чего-нибудь на словах? Давай! Давай, давай! Это запрещено? А кто сказал? А все нормально, родной. Я не успокоюсь. Любишь страдать, да? А ты ведь неплохо проводишь электричество, да? А ты неплохо хуйню несешь. Какой это будет бесславный конец? Ты лишь оттягиваешь неизбежное. Сейчас у меня случится озарение. Ебать. И чем хорошим это... Это все, что ты можешь? Набег... Что, дорогой? Конфринго! Я буду наблюдать, как...
твоих глазах гаснет. Акция! Инцендия! Это было твоей ошибкой! Слава! Просто слава! Инцендия! Ну, это нам надо. Ты совсем ничего не умеешь. Конфринго, у тебя ни единого шанса. Да ну ебать. Андрак приведет нас к победе! Конфринго! Все, что ли, ребят? Фернал тут что-то даже забыл. Ривелио. Ну и где ваша мощь? Где ваша сила? Чтобы я, блядь, тут просто умирал, нахуй. У меня зелье, ёпта. И то и одно так чисто выпил. Попробовать. Я вас тут все, блядь, заберу. Ага. Ривелио. Там где-то сын. А? Где здесь печально известный враг? Все, что ли? Был да сплыл, ебать. А, без полет. Ладно. Мы пешком. Нам не впервой. Такой, да, подубитый, блядь. Я нечаянно. Ага. Ага. А, ты уж тут. Чё за... Давай, давай. Ривелио! Кажется, мы нашли быстрый путь вниз. Кажется. Что такое? Конфринго! Что означают эти символы на стенах? А где они все? Уже встречались такие символы. Нужно найти все и как можно быстрее наложить на каждое заклинание. Конфринго! А, все? Ну, ёпт. Полетели, ёпт. Ривелио. Гоблины. Они опережают нас. Давайте посмотрим, куда ведут их следы. Давайте. Я иду туда, где есть сундуки. Ёб твою мать, что вы тут устроили? Думаю, это оно. Хранилище магии и источник силы Рам. Похоже, здесь пусто. Если они все забрали, то почему они еще здесь? Ранрак говорил, что это не все. И если он прав, то остальное может находиться не здесь. Но где бы оно ни было, нам нужно найти это раньше них. Где этот портрет? Логично. Я услыхал какой-то шум и надеялся, что это вы. Профессор Руквуд, гоблины и темные волшебники, захватившие ваш замок, ищут хранилище магии. И они уже вскрыли некий контейнер.
О, нет. Все куда хуже, чем я мог себе представить. Вы сказали Персивалю, что гоблин в своей сокровищнице использовал могущественную магию. Значит, они каким-то образом научились? Нет, этого не может быть. Ну, он тоже может, сэр, как сказать, наследник типа. Они знают, что вы были хранителем. Ранрак вас так называл. Но это невозможно. Откуда же он мог... Ладно, обсудим это позже. Сейчас вы должны пройти следующее испытание. Скажите только, куда идти? Сначала вы должны полностью понять природу той силы, которой обладаете. И в этом вам помогут испытания. Сила без знаний действительно опасна. Если она окажется не в тех руках. Нам нужно лишь перехитрить Ранрака. И моего несчастного тезку. Хорошо, профессор. Скажите только, куда идти? Я открою вам путь. Но профессор Фиг должен сейчас уйти. Только дай знать, где ты находишься. Очень жаль, что я не могу пойти с вами, но я буду ждать вас в зале. Ривелио! Да уж. Второе испытание. Угу. Ривелио. Да, нормально. Тут. Серьезная вещь, бля. Так, опять себе голову ломать, да? Или нет? Очень красиво. Только грязь, что ли, это? Или листья? Ривелио. Просто закоулок, да ну. Так, у нас красный фильтр. Конфринго! Вингардиум Левиоса. Да, это можно двигать. Ку. Вот, вот ку я, оно именно вот так и работает. А вот вверх, а вверх можно. Блять. Чтобы выбраться отсюда, нужно передвинуть колонну. И эта арка явно здесь не просто так. Она не дает, ёпты. А если вот так? Хоть! Вингардиум Левиоса! Какая арка, блядь. О! Это то, что мне надо. Допустим. Опять синий. Я делаю Левиоса, понял? И он ее... О. Да еб твою бугу-муть, блядь. Типа... Ну... Не понимаю я. Тип сюда? Вингардиум Левиоса.
типа. Я могу с этим взаимодействовать. Я могу вообще... Вингардиум Левиоса! Вы вообще сюда кинуть и по старой схеме, блядь, залазить. Только поближе. Левиоса! Залез. Залез. Типа прошел. Не знаю, легально ли или нет. Я думаю, пойдет. Ривелио! Жесть. Ривелио очень такой серьезный. Здесь можно, наверное, вот сундук залутать как-то, но... Типа, принести, наверное, ту колонну. Тот кубик. Левиосы. Блин, ну давай. Я же дурак, нахуй. Почему бы и нет? Беги-беги. А, уже нельзя. Ривелио! Красный. Эта колонна преграждает мне путь. Нужно ее передвинуть. Жи. Вингардиум Левиоса! Что-то она не очень двигается. А? Я могу его поворачивать, как мне надо. То есть, наверное, это будет использоваться. Здесь тоже какая-то хрен пойми чего. Дуг тоже. Красная, да? Угу. Вот здесь колонна с красным фильтром. С синим она тоже есть. Здесь стена появляется. Депульса. Депульса! Не. Куда же я могу деть? Она не двигается нифига. И не выделяется. Красный экран. Синий. Давай повернем. Ой, господи. Вингардиум Левиоса! А, и теперь она кубик обычный. Интересно, а можно как-то переместить эту арку? Да можно, можно. Левиоса! Да лазай, блядь. Я хочу сундук. Я хочу этот ебучий сундук. Понял, он не допрыгивает. Проблема. Поближе, муж, да? Чем бы и поближе не сделать.
Вингардиум Левиоса. Типа вот. Так. Вот так ты должен. Окей, давай через экран побежим. Мне кажется, будет нормально. Так, опять красный, да ёб твою, бля. Опять красный. О, синий. Бля. Окей. Я заберу его все равно. О, сука, заберу. Давай через красный. Вингардиум Левиоса. Вот все. Но он выключает его. А почему там он не выключал его? Падает. Вингардиум Левиоса. Ну-ка. Левиоса. Ну, он же не допрыгнет. Блин. Ну, это прям, я бы сказал, это обидно. Вингардиум Левиоса. Левиоса. Вингардиум Левиоса. Понимает, что я на нем стою, и выключает его. Левиоса! Ебать, MLG. Все ради сынука. Ебучая лаза, бля. Прыгай давай. Все, колонна нам не мешает. Давай. Двигаем дальше. Вот они. Бум-бум. Акция! Инцендия! Инцендия! А, вы такие, у вас тут дохуя. Крыцо, бля. Инцендио, конфринго. Ха-ха.
Готовчики. Ривелио. Ну да, нифига. Опоротник. Блин, я так мало комментирую. Ну что тут комментирую? Тут такие, блядь, дела, что я вообще не знаю даже. Так, опять приколисты вы, блядь, да? Так, здесь нифига. Думаю, нужно брать левее. Но как? Синий. Красный. Синий. А, блядь. Синий. А мне синий сейчас. Наверное, правильно. Ривелио! Так, тоже колонны и все дела. Ривелио! Угу. Колонна-то есть, но рядом ни одного уступа, за который можно было бы ухватиться. Вингардиум Левиоса! Красный. Слышь? А я вас видел. Нихуя. Сука, невидимая падла, блять. Так и обосраться можно, понял? Но я их увидел. И на карте увидел, и так увидел. А он понял, и он даже вне зоны досягаемости. Конфриндо! Давай, чё ты, блять. Пошел нахуй. Ставим древнюю магию. В принципе, он такой язычный соперник. Ничего серьезного из себя не представляет. Просто иногда... Иногда прыгает, блядь. Так и пересрать недалеко. Красный фильтр. Синий. О! Это получается... Когда я попадаю в те метки, арки меняются. Может, с другой стороны этой арки я найду путь дальше? Синие на мне, синие. А где смена? Ну вот она, понял, да? То есть, когда синее это, ну это зато не так. Неправильно стоит. Но я могу передвинуть. В принципе, да, вниз. Вингардиум Левиоса. Могу ее просто вниз поставить. Пускай лежит. Красная сейчас на мне стоит, правильно?
Тоже не решение, подожди-ка. Интересно, удастся ли протащить один из этих блоков через арку? О, вот это хорошая идея. Один из этих, так он один. Вингардиум Левиоса. Вот и все. Меняем эту. И дело в шляпе. Вингардиум Левиоса. Или не очень. Сюда я вот просто не очень понимаю, куда его поставить. Куда тебя прет, ебать? Вот сюда. Синий. Подожди, а что это вообще дает? И ротает. О-о-о. Ага, я тебя понял. Вингардиум Левиоса. Типа я его обратно, как сказать, там кинул и обратно. Протащив блок через арку, можно разместить его там, где я смогу на него забраться, находясь по другую сторону арки. Да fuck you, блять. Иди сюда, говнарь. Ну, типа того. Все, теперь так. Не. Так, ву. Так. Ривелио. Хорош. Теперь очевидно сюда. Уйти, бля. Ривелио. Уйти, бля. Ух, ебана. Ага. Ага, ага, опа. А нет чего? Так на глухую ягу, блядь. Акция! Инсендио! Конфринго! Ну, так вы вообще, блядь, у нас все можно использовать. Ну, лови, блядь. Так вы вообще, типа, хорошие. Вас так херачить можно, как хочешь. Чисто с этой. Угу. Чё? О, значит, будет босс-файт. Конкретно дикие лютые, бля. Еще пять. Ну и... Ну давай. Блять! Гладцев! Дефиндо! Левиоса! Десцендо! Конфринго! Ах ты, сука, блять! Блять, это понял, это просто неудобно, блять. Из-за этого ты охуеваешь конкретно, блять. Тебе надо следить за этими, блядь, штуками, блядь. Пошел ты, блядь. Ну-ка, больших надо пиздить точно этим. Конфринго! Инсендио!
сука. Давай. Может, и не обязательно столько зелек было пить. Но это прикольно, кстати, хуйня. И мега басяра, бля. Ебать. А, да? Ну это дефолт. Тебе пиздец, малый. Ну ничего, бывает. Вот тебе и пианино ебать. Большой рейндж, я прям съебывал, как мог. Тут, наверное, не съебать с этого. Конфринго! Я прям, блядь, не убегаю. Не могу убежать, понял от него? Вот от этого могу. Такой он долгий, бля. Такой он хорошенький босс, бля. Этого не убежать вообще никак. Я почему не юзаю древнюю магию? Потому что я не знаю, что будет дальше. Может, еще такой же там вылезет, бля. Понял, да? Не, вот видишь, я смог убежать.
Видишь, хорошо, у меня вторая есть колода дикая, блять, тоже. Там есть. Там есть что? Это. И все галочки выполнены, я даже на них не смотрел. Ну, очень крутой босс-файт, мне понравился. То есть он не слишком сложный и не слишком легкий. Какое облегчение. То есть если ты хуёво здесь на пианино вот этом играешь, вот этим, блядь, вот это, переключаешь, ну, тогда тебе будут проблемы у тебя реально на этой сложности. А если ты, в принципе, с пианино дружишь, то можно. Круто, круто. Ну и зельки тоже. Ну, наверное, больше Эдурус не помогал, потому что там реально фулл HP улетает нахуй. То есть тебя игра оставляет всегда чуть-чуть, чтобы ты мог отхилиться. Как тогда с пауком в прошлой части. Ну, я вот эти юзал, грозовой. А, у меня фокусирующего как раз нет. Ну, круто, что, как сказать, хорошо, что у меня ноль их. Потому что, я говорю, я иногда мискликаю жестко. И... как бы... Ревелио. Окей, давай посмотрим. Воспоминания. Ну, я долбил как сумасшедший, наверное. Давно я так не кликал кнопки, серьезно. Только, ну, в Майнкрафте такая вот, может быть, именно с такой CPM или как. Ну да. Не терпится узнать, что Исидора повидала в своих странствиях. Заходите. Прошу, присаживайтесь. Исидора, нам весьма любопытно узнать... Мы готовы. Ты с кем? Я кое-что покажу. Папа. Это мои коллеги из Хогвартса. Угу. Что-то батя вообще... С тех пор, как умер мой брат, отец так и не говорит. Путешествуя, я нашла доказательства своей теории. Того, что мы способны избавить людей от боли. Мне кажется, она имеет право, это ее отец. Только каким образом и что? Исидора? Как ты смогла? Что вы сделали? Избавила от боли. Мы еще не знаем такую магию. Вы видите только то, что запечатано в сосуде. И мы не знаем, какая сила там может скрываться. Но следы этой магии, таких я еще никогда в своей жизни не видел. Угу. Спасибо. Нам будут говорить, типа, так нельзя ебать, бля, делать. Нах. Ну, тут, понимаешь, тут... Когда есть такая возможность, да? Ну, то есть, если какая-то жесткая побочка есть, то да, так, скорее всего, не стоит. Если ее особо и нет, то почему бы и нет, так сказать, да? Ревелио! Что-то здесь можно было выделить. Очень круто, что у меня появилась этот... Ну... Кстати, не зря, реально, у меня же, смотри, у меня 8 хилок, мне 5 в сундуке дало, 6-7 я подобрал. У меня бы осталась одна моя хилка. То есть я там с таким, с маленьким запасом, видишь, хожу, надо все-таки накрафтить реально. Очень крутая вот эта вещь. То есть ты можешь даже управлять в этом. То есть не просто прямо, да? А вот именно как угодно в момент этого. Тоже помогла штучка. Ревелио! Вы вернулись?
целым и невредимым. Изи. Я так рад встрече. Профессор Руквод рассказал мне, что произошло в замке Руквадов. В нынешних, прямо скажем, малоприятных обстоятельствах нам очень повезло, что столь сведущий человек разделяет наши взгляды. Спасибо, профессор. Я сохраню этот второй артефакт в безопасном месте по вашему совету. Хорошо. Готовы идти дальше? У меня настолько получается крутой шумодав, что он даже понимает, когда я микрофон. Вот я сейчас трогал, и он вообще... Им похуй. Давай спросим. Он скажет, да это в следующем испытании. Блин. Ну. Что это была за сияющая нить, которую Сидора достала из груди своего отца? Это была боль. Вы лучше поймете причины ее поступков, проходя испытания. Что бы ни было дальше, я готов. В таком случае, давайте представимся. Позвольте представить вам бывшего директора Хогвартса, Нио Фиджеральд. Ага. Очень приятно. Должна сказать, меня не слишком удивила новость о том, что ученик проходит испытание. Я всегда считала, что ученикам Хогвартса под силу все что угодно. Спасибо, профессор. Мне тоже очень приятно с вами познакомиться. Уверена, вы более чем способны пройти мое испытание. Однако сначала я должна, как бы это сказать, подготовить место для испытания. Мы доверимся вашему суждению, профессор Фиджеральд. Вам лучше других должно быть известно, как справиться с таким неудобством. Невероятно тщеславный и несносный директор. Да уж, так и есть. Я сейчас же проверю, все ли в порядке. Конечно. Профессору Фиджеральд нужно немного времени, чтобы расчистить путь. До тех пор оттачивайте свое магическое мастерство. Да. Если вам станет известно еще что-нибудь о делах Ранрака и Виктора Руквода, пожалуйста, сообщите нам. Хорошо, профессор. Вот так вот. Знаю, знаю. Нужно продолжать оттачивать мастерство. А вы и правда быстро учитесь. Хорошо бы поскорее получить весточку от Лодгака и узнать, пригодился ли ему этот шлем, который вы для него добыли. На сегодня все. Отлично поработали. Как всегда. Позже поговорим. Зима? Ты посмотри, а? Красота, епт. Реально. Дикая красота. Так, поспал третий раз, наверное, да? Ну, ничего, бывает. Мы люди заняты. Ривелио! Давай почту. Елена Черцполох. Приветствую вас. Рад сообщить, что моя сестра Елена отправилась от внезапного нападения. Оправилась от внезапного нападения Анны. Скверная история вышла, однако она не держит на нее зла. Азкабан предстал перед ней в новом свете. Неудивительно, что в таких условиях она обезумела. А, это помнишь, мы в Азкабане были? И получается, что? Оправилась от внезапного нападения Анны. Как я понял, вы отыскали призрак Галкарда и рассказали ему об Анне. Он пообещал помочь Елене, и министерство выяснит, что мы можем для нее сделать. А ты чего? Опять, что ли? А ты чего? Угу.
Нати поведала мне о схватке с браконьерами. И я должна тебе кое-что о них рассказать. Боюсь, это касается тебя. Давай встретимся как можно скорее. Все спят, что ли? Меня попросили обучить вас заклинанию бомбарда. Когда выполните мои задания, подойдите ко мне после занятий. Я уже бегу. Бомбарда, это я знаю такую. Ривелио. Штучку, дрючку. Хорошо, ну давай. Я по инвентарю пройдем. О. Ну, вот тут две единицы, но от троллей и смягчение немножечко я бы оставил пока. Притормозил бы, да? Здесь все такие не очень. Нету. Хуже, гораздо хуже, кстати. 51 лол. 80. Это 28 левела. Ну да, тут, кстати, дроп... То есть он падает, да? Но периодически такой, типа... То же самое. Чё, какие задания-то у нас там? Встретись с Поппи. Дирикола использует... Блядь, где же я его возьму, лол? Дирикол. Пурпурную жабу и за это дадут бомбарду. Кек. Ну, у меня есть идея покруче. Надо в город. Продать и кое-что купить. Ну, здравствуй, Хоксмит. Ой-ой-ой-ой-ой. Зимушка, зима. Одевай шапку. А то потом с улыбкой. Ага. В городе, как всегда. Ебуче. А, всегда Ривелио. Приятно видеть знакомое лицо. Всегда вот хочется забрать те два сундука, но, сука, никогда не получается. Давайте посмотрим, что у нас есть. Давайте. Да ебать, давай продадим. Вот, кормушка. Хотя бы одну, чтобы были сыты. Легко. Всегда приятно найти то, что нужно. Правда же? Коробка с игрушками. Компостер нам не нужен. У нас и так все растет. У нас такие объемы дичайшие, что нам реально ничего не надо. Случайное выбранное зелье. Выбранное им, наверное. Да, возьмем вот эту. Всегда приятно да найти и эту. То, что нужно. Правда? Все, и теперь у нас все наши деньги, они у нас если теперь. Если вам еще что-либо по нужно, сути, только скажите. По сути, покупать больше да и не надо. Ничего. Что за молодежь пошла? Нельзя подпускать их к оборотному зелью. Иногда мне кажется, что все дороги ведут в Хоксмит. Вот вам и зимушка-зима. Ё-моё. Ля-ля-ля. Ой-ой-ой-ой-ой, какая красотень. Ой-ой-ой-ой-ой.
Это обязательно надо в названии написать. Зима в Хогвартсе, да, и крутой босс-файт. Вот так, наверное, вот эти самые... Самые крутые названия. А это чего кто-то у нас живет? Пушишки. А не уебать. Профессор Ховен ни за что в это не поверит. Почему здесь Ховен? А где они? А, оля. Хай! Уже боишься? Иди домой. Я... 9 из 10. Давай, может, еще одну? Для профилактики кого-нибудь. Ой, а чего вас там так много, ребят? Вы кто? А, вы те самые. Акцо! Инсендио! Конфринго! Это мы знаем такое место. Ну-ка, испытание Мерлина. Во! Я теперь знаю, что делать. Люмос! Иди, мал, сюда. Ривелио! Депульсо! Недолет? Сангрил. Акция! Инсендио! Заклинание Салазара Слизерина. Приходи в крипту. Я кое-что нашел. Ривелио! Тоже класс. В крипту, да и в крипту зайдем у нас сегодня, бля. Вообще такой денёк, бля. Лютейший. Люмос. Иди, давай. Бабочки, бабочки. Ты посмотри, зима, ё-моё. Ривелио. Ривелио! Где же они еще тут? Тут 100% должны быть. Где-нибудь. Златоглазки. Это яички. А, вон они, ё-моё. Люмос. Давай, давай. Что ж, ну вот и всё. Да. Я пока, наверное, поменяю название. Пока анимация идет. О! Вот это я понимаю. Там страничка какая-то у нас, типа то, что мы можем. Привет. Ривелио. Помадка из Алихоции. Из листьев дерева под названием Алихоция представляет собой восхитительное кондитерское изделие, вызывающее неудержимый смех. На что-то это похоже, да? Неизвестно что. О, куда ты? Дикий, блять, в лес попер. О, пауки. Конфринго. О. Акцо. Инсайд. Хай.
Круцу, чем круто, что у меня вот как раз-таки пассивка, по сути, на Круцу. Фу, какой же ты гадкий. Ривелио. Не урчи. Конфринго! Блин, класс. Реально. Господи. Трэш какой. Ну какие местечки тут, а? Вообще даже где я вот? И не поймешь. Вообще тут типа недалеко. Ну просто я пока гуляю. О, ля, пацаны, так я это, к вам. От меня не спрячешься. Нет. Ревелио. Спустить тебя с небес на... Ну что, смелости мало. Эй, куда ебать? Не-не. Ну чё? Поговорим еще? Или не надо? Конфринго! Или больше нет, или больше не это. Все. Лови! Пожалуй, стоит проверить. Акцо! Инсенди! Конфринго! Все что ли? А вы где? Я вас что-то не чувствую. А это чего там? По карте глянем. Норанюхлеры. Никогда не видел такого страха. Лови! Акцо! Инсендио! Конфринго! Глад! Дефиндо! Все что ли? Тю! Ривелио! Бедный. Алахамора! Пищи ты, блядь. Есть. Аресто момента. Коллекцию, блин. Теперь все хорошо.
это и есть лагерь мистера Дубса. Впереди сторонники Ранрака. Кто это у нас? Акцо! Кто там? Твои заклятия от меня отскакивают! Влад! Дефиндо! Дестендо! Не выйдет! Это было легко. Левиос! Дестендо! Влад! Дефиндо! Иди сюда! Левиос! Руссо! Конфринто! Осталось выяснить, что здесь произошло. Это книга записи мистера Дубса. Какого Дубса? Сторонники Ранрака согласились с нами встретиться, но мне немного не по себе. Они выдвинули другие условия и не очень дружелюбно ответили на мои вопросы. Я подслушал их разговор, я вспомнил этот Дуб. Судя по тому, о чем они говорили на Гоблидуке, им нужны мои залежи редкого металла. Ужасно не хотелось бы огорчать их еще больше, слишком уж они вспыльчивые. А еще мне очень нужна эта сделка. Может, нам удастся договориться, а может и нет. Ривелио! Ты дурак, нахуй. Все, что я могу тебе сказать. Аделаида сказала, что ее дядя отмечал на картах места, где вел торговлю. Может, эти метки приведут меня к нему? Какая-то дорога, скала, и тут какая-то стена с входом, решеткой. Ну, давай, да, окей. Задание обновлено. Конфринго! Ривелио! Конфринго! Ривелио! Что за... Люмос! Что тут у нас такое? Заначка, бля. Я вас понял. Это книга записи мистера Дубса. Где? Я вижу только два сундука. От лагеря вниз по дороге, как я понял. Давай попробуем, сбегаем. Давай я метку свою уберу. Задание, да? Тоже крутой, походу. Вот, Дубс. Используйте карту Роланда, чтобы идти по его следу. Окей. Значит, блин, столько дубов, и все охеренные, как будто реально. Так, давай испытание. Чего там у нас? Исследование 22. Еще одно испытание Мерлина, и будет еще увеличенное, так сказать, инвентарь. Платформа для приземления у нас тут тоже. Один шарик остался. Лопануть. Класс. Ручей, комната. Спасите твари. 10-20. Угу. Хорошо. Карта, да? Как же он там рисовал? Вниз. Блин, право. Вот развилка, лагерь. Так, давай, окей, через инвентарь. Посмотрим. У нас это есть штука такая. Немножко неудобно, конечно. F, осмотреть. Лагерь по прямой как будто, да? И... Должно быть какое-то сломанное здание. И где сломанное здание, там вот вход. По прямой. Я бы не сказал, что тут есть прямая. Ха!
Вот похоже на палатку тоже, да? Неужели? О, скалы. Это первый ориентир на карте. О, прямо, значит. Теперь нужно искать кривое дерево. Кривое дерево? Вот оно какое-то кривое, блядь. Репару? Чувствую. Как будто, да? Репару! Ривелио! Репару! Не так уж и сложно. Изи. Я бы сказал, это really easy. Просто гулял реально, кстати. Ривелио. Начался доп-квест. Я и не против. Вот тоже скала какая-то. Подойдет, наверное, как ориентир. Да чего глупое название? Айрондейл. Акция! Инсентив! Конфринго! Любишь воровать гиппогрифов, да? А? Вы только посмотрите! Ангел-хранитель Норы Тредли. Да. Это последние твои слова. Твои браконьерские дни сочтены! Какой серьезный. Ривелио! 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 Как будто это сильно прямо, не, я убежал. Ну или дальше даже будет, это слишком прямо. Куда тебя прет? Давай еще раз. Инвентарь. О, господи. И вот как я должен находить? О, оно тут. Кривое дерево. Прямо как будто херачить надо. Кривое, пиздец. Что найти? Тут уже этот. Кажется, я вообще уже не там. А. Здесь тоже что-то полуразрушенное. Вот тележка. Ривелио! Как будто правильно двигаемся, нет? Что это тут такое? Это ассаламу алейкум. Акция! Инсенди! Конфринго! Ничего себе. Может, стоит подняться повыше в башню? Да? Ривелио! Ты так думаешь? Здорово! Акция! Инцентр!
Конфринго! Ривелио! Интересно, какие истории хранит это место? Тут бы пригодилась лестница. Акцо! Инцендио! Конфринго! Понял, люди пропадают, блядь, эти гоблины пропадают, и никто не знает, блядь, что творится, ебать. Инцендио! Вдруг тебе... Конфринго! Ривелио! Как там дела? Какой-то большой там, блядь, смотри, сидит. Гномик, блядь. Ладно, давай. Огонёк-то надо открыть? Отправляетесь на поиски новых приключений? То мы всё-таки тут были, да? И Мандрагору. Вот, легко. Место на карте. Место на карте. Теперь стоит быть начеку. Ай-яй, блядь, и капусту вам, вам накидаю. А, это ты в... Глаз! Левио, десцендо! Неплохо. Я могу и лучше. Акция! Инцендио! Замедлите. Не, я таким не пользуюсь. Ривелио! Кажется, это не лучшее место для прогулок в одиночестве. Кажется, это вот что-то вот там такое... Такое большое ходит. Что у меня что-то хочется, бля. О, родной. Как дела? Дефиндо! Левиос! Десцендо! Конфринго! 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 Инцендио! Глаз! Дефиндо! Конфринго! Дефиндо! Конфриндо! Инцендио! Да сдохни ты уже, ёб твою мать! Ривелио! Сундучок. Чё там? Каких только тайн не хранит этот... Какая приятная встреча! Согласен! Ривелио! Жаль, что вам уже не понять, как вы ошибались. Это да. О, сундук. Так, ну и чего? Назревают неприятности, а я без друзей. Ох, ебать. Приятности, наоборот. Столько дропа-то, а? Аванпост гоблинов. Я вас понял, я уже улетаю. Руины Короу.
Любопытно, что ждет впереди? Что? Ривелио! Приключения! Юху! О, кто там меня видит? Акцо! Инцидия! Нет! Чё, нет-то? Когда да? Лови! А тебе приколов. Ты уже умер, успокойся. Ривелио. Не преувеличивай. Опа. Опа, ча-ча. Алахамора. Ну все, скоро 28-й, кстати. Что-то так светло. Ривелио. Инцидия! Ривелио! Кайфуй, пока можно. Похоже, интуиция Аделаиды не подвела. Акцо! Вингардиум Левиоса! Какая Левиоса? Ривелио! Слышь, ты чё, ебать? Все, что ли? Чу. Ранрак всех вас обманул. Почему никто не понимает? Ну, потому что всем похуй, уебай. Вот и все. Хм, паровая дверь. Как же ее открыть? Погоди, я даже не дверь твою, увидел. Конфринго! Я вас понял. Ёпты. Ривелио. Хранилище. А у меня руки загребущие. Как выбраться отсюда теперь, да? О. А, здесь нажимная плита. Хорошо. Здесь явно что-то светится. А, блин. Я уже думал, что все проще. Да давай, давай. Ага. Ривелио. Я забираю все. Обычно. Ты прям со мной. Глубину, блядь. Был я тут? Не. О. Плюсик. Любознательность дает свои плоды. Давай, оденем. Так, ну тут одевать нечего, я бы сказал. Тут у нас... Угу. И, ага. И, ага. Ну тоже все на продажу уже. Уже будет что-то.
Ривелио! Конфринго! Масочка. Ривелио. 100%, конечно, что-то не... Что-нибудь, но пропустил. Тут столько всего. Что-то они тут... Я бы сейчас что угодно отдал за тех хреновых яиц. Кто-то есть. Не, нету никого. Может, дядя Аделаида там, внизу? Теперь у тебя на одного... А будто металка-то? Ривелио! О, вот он дурак, нахуй. Попался. Сука, как же наверх попасть? Вон, вон, перепрыгнуть. Вижу. Здесь даже более-менее. Ривелио! Чё? А? Конфринго! Дверь-то, блядь. Ага. Мы так или иначе получим то, что нам причитается. Инцендио! Конфринго! Де пульсо! Что такое? Акция! Инцендио! Твои фокусы не собьют меня с толку! Инцендио! И не пытайся! Где тебе тягаться со мной? Конфринго! У тебя почти получилось! Перед, блядь. Пососи. Конфринт! Ты меня не остановишь. Извини, не вышло. Гладко. Дефиндо, Левиос, Десцендо. Акцио. Я сражался, когда тебя еще на свете не было. Конфринго! Все, что ли, пацаны? Ну, конечно, да, это посерьезнее. Ребята, соперники, но... Как бы, да. А, не, не все. Акция! Инцендио! Друг тебе, лови. 28-й. Ривелио! О, легендарочка. Не зря. Любопытность. Я это мог закрыть квест и без этого. Но нет, видишь. Прошел. И еще вон сколько всего. Как бы. Волшебная палочка Роланда Дубса. Это палочка мистера Дубса. Надеюсь, теперь он сможет выбраться. Че, до этого без нее не смог? Ривелио! Так, ну тут все. Теперь назад туда. Тут больше и нечего брать. Синеньким что-то светится. Ну это мы знаем. Это все херня. Так, ну вроде сюда. Да-да-да, вниз. В самую, бля.
кайфовую. Я знаю, что мы сможем договориться. Да ёпт. Ривелио! Давай, ты мне 500 голды эти выпускай. Эй, мистер Дубс. Да, я здесь. Они отобрали мою палочку. Эта клетка заперта на зачарованный замок. Я знаю, как его открыть, но для этого мне понадобится моя палочка. Ищите дверь котельной. Я слышал, они говорили о ней. К счастью, ваша палочка уже у меня, мистер Дубс. О, вы нашли ее. Даже это продумали. Они не вернулись. Мне надо выбраться отсюда. Моя палочка. Ох, слава Мерлину. Спасибо вам. У вас получилось. Вы нашли мою палочку и... Минутку. Вы ученик? Да? Нужно поскорее увести вас отсюда. Здесь опасно. Да? Все в порядке, мистер Дубс. Я имел дело с этими гоблинами. Клянусь Мерлином. Либо вы безмерно талантливы, либо вам повезло. Но как вы нашли меня? Аделаида моя подруга. Она беспокоилась из-за ваших дел со сторонниками Ранрока. А, да, это ж... Не зря. Да. Я не смог исполнить свою ученица. Часть договора, а когда сказал об этом, уже очутился за решеткой. Я здесь столько просидел, что они забыли обо мне. Я кое-что подслушал. О-о-о. Я бы хотел вам отплатить за спасение, но гоблины обчистили меня до последнего кната. Ну, заработаешь, так что спасибо отдашь. Вам большое. Вы сказали, что что-то подслушали. Печальная история. Кажется, я понял, с чего Ранрок вдруг решил мстить волшебникам. Однажды Ранрок наткнулся на драконий лагерь. Нелегальный, конечно, ведь разведение драконов было запрещено. Он был молод. Угу. И эти существа привели его в восторг. Он стал частенько пробираться в лагерь, разумеется, тайком. Спустя несколько недель он набрался храбрости, чтобы обратиться к волшебнику, который отвечал за этот лагерь. Ранрок хотел присоединиться и заниматься драконами. А тот волшебник нечаянно обронил палочку, и Ранрок решил этим воспользоваться. Подняв палочку, он подошел к волшебнику, чтобы вернуть ее и представиться. Но волшебник, увидев гоблина с палочкой, просто рассвирепел и избил Ранрока. Едва ли не до полусмерти. С тех пор Ранрок считает волшебников жестокими и презирает нас. Ну тут да, хуйня случилась. Ну расскажи. Полагаю, вы знаете Гобледук? Его приспешники этого не знают, но да. Я всегда интересовался гоблинским укладом и с детства хотел торговать металлами. Язык давался тяжело, он очень сложный, а память моя едва ли не слабее моих коленей. Но за много лет с хорошим преподавателем я достиг значительных успехов. По крайней мере, я так считаю. Ох, немного отходил. Я даже дослушал хорошо, до конца. Хорошо, что и удалось вам помочь, мистер Дубс. Так долго. Вы очень дороги Аделаиде. Она мне. Она начиталась в моих финансовых бумаг и теперь хорошо разбирается в моих делах. Не стоило мне ввязываться в торговлю с этими выродками. Такой урок я надолго усвоил. Вернуть палочку все равно, что вновь увидеть старого друга. Пойду домой и скажу Аделаиде, что все хорошо. А вы тут сами справитесь? Возвращайтесь к Аделаиде, она очень за вас переживает. А я буду в порядке, мистер Дубс. Не терпится, наконец, увидеть племянницу и отправиться по делам как можно дальше отсюда. Благодарю вас. Жизнь одарит вас справедливо за добрые дела. Всего вам хорошего. Мистеру Дубсу повезло. Сторонники Ранрока ни за что бы не отпустили его. Да, не пойдем забыли, нах. Ну да, нет. Ривелио! Сундучок светится, и хер пойми, где он.
какой комнатушке спрятан. Сильно направо. Так не вижу. Давай назад. Там уж где. Ривелио. Вряд ли, конечно, ладно. Не знаю, я правильно иду? Ну да. Вот тебе и побочечка. На ходу. Звук такой снега. Окей. Да. Я бы сюда. Потом уже задание какое-нибудь. Не самое лучшее место для одинокого ученика. Ну да. Но тебя это не касается. Поглядим, что ты выдумал на этот раз, Мерлин. Я уже вижу этот... камушки. Не камушки, а... Ривелио! Ага. Раз. Хераси. Два. Ёп, далеко все. Несомненно, это место покинули очень давно. Несомненно. Конфринго! Ривелио! Где еще? Конфринго! Недолет. Сколько всего? Три? Ривелио! Конфринго! Ну, время дают. Если не медлить, то все будет бомбом. Эти испытания Мерлина меня не остановят. Готово. Уж какая-то дорога, да? Ривелио. Этот патруль просто бесполезен. Акцо! Инцендио! Конфринго! Я этот недоучка в ответе за разгром нашего лагеря у башни! Тебе не остановить сторонников Ранрака. Точно. Ваша кровь на руках Ранрака, Ривелио. Конфринго! Опять не берется, да ебаный. Ривелио. Насос. Хорошо. Давай, наверное, выручай комнату уже за это, да? А то это... Я же купил все. Я же все купил, но не поставил ни кормушку, ничего вообще. Для Дика есть минутка. Ёпта, как красиво, да, выглядит? Синее такое.
Давай в этот вивариум наш. Так, я хз, тут, наверное, вот это, да, надо мне... Вот. Кормушка. Кормушка. А, одна. Только одну. И это тоже только одну. Улей какой-то херачил. Блять. Это неудобно. Где пушишки? Давай выпустим. Он один тут, лол. Тут два слота еще. Какой-то бред, мне кажется. Какой смой красный, а? Какой ебучий. Все. А, ну как же ты? Да, все. Так, давай, может, в верхнего можно как-то? Для Дика есть минутка, я про тебя помню. Чё тут? Аж не аж.
А, он играться пошел. Или что он? Же только с клетки, блядь, стой. По сути. Он занят, видишь, он свои дела. Хорош, малый. Тебе хватит. Пойдешь есть? Ладно, я тебе так дам. Просто интересно, что он даст? Мех Нюхлера. Давайте мячик выкину. Ему золотой понравился. Кайфуй. С фестралом тут. Так. Дик хотел бы поговорить, когда у вас будет минута. А, все, ебать, лимит 25. Окей. Здесь мячик нужно дропнем. Какой-нибудь. Не лопающийся пузырь. Сука, зоопарк, бля. Собрался, бля. О. Вот они, бля. И была какая-то штука. Тоже на создание, да? Травология. Или что? Это большие компостеры. Вот места для нарезки. Давай. Не-не-не. Что-то будет, понял? Когда будет время, поговорите с Диком. Хорошо, мал, хорошо. И прыгающий горшок, я помню. Ну не. Пока ставить некуда. Травология. Нет, тут нету. Ткацкий станок, стол определения, зелье. Вот он. Эй, я ж купил горшок ебучий этот. Или я не покупал? Уже баньян вырос опять. Есть ли минутка для... Давай сначала с Себастьяном поговорим, потом, наверное, вот этот. А потом с Диком, наверное. А, пропуски. Только сейчас увидел. Окей.
Ну, я надеюсь, они начались в комнате, где особо контента нет. Алло. А, так вообще близко. Я уже бегу. Ривелио! Угу. Это тут два сундука, сука. Я так и не знаю, как с этим взаимодействовать. Вы и представить себе не можете. Я запаришь когда-нибудь. И научусь. Угу. О, прости, прости. Негодное ты детство! Мы с отцом не так тебя воспитывали! Это ж надо списывать на экзамене! Это ж надо так... Конфринго! Ага. Ага. Так, и чего ж ты у нас тут? Что-то интересное он говорил. Ни за что не поверишь, что я узнал. Опа. Что оказалось в книге заклинаний, которую мы нашли в скриптории? Читать книгу заклинаний Салазара Слизерина было сложновато, но она очень увлекательная. Очевидно, он выступал за преподавание в Хогвартсе темной магии. В те времена заклятие Империус и даже убивающее заклятие не считались непростительными. Он считал, что ученики должны быть готовы использовать темную магию при необходимости и не бояться ее. Вот почему нам пришлось использовать Круцио, чтобы попасть в скрипторий. Он не хотел делиться знаниями с теми, кто боится силы темной магии. Ну, типа ебал. Без этого скрипторий было не открыть. Но я никогда не буду применять это заклятие. А я рад, что мы это сделали. Дело в том, что я обнаружил в книге заклинаний там упоминается никогда не некая буду. Утраченная реликвия, которая, как да? я понял, наделяет владельца силой снимать темные проклятия. И ты полагаешь, что эта реликвия может исцелить Анну? Именно. Я собираюсь найти ее. Но думаю, не стоит никому говорить об этом. Особенно Оминесу. Он не поймет. Не вижу причин посвящать в это Оминеса. Хорошо, что ты со мной Когда узнаю больше, отправлю тебе сову. Да мне вообще... И не переживай за Оминеса. Пока что нам лучше хранить это в секрете от него, для его же блага. Я сам буду решать, что для моего блага. Оминес, мы как раз собирались немного прогуляться. Он всегда, сука, появляется. Ты врешь, Себастьян! Я все слышал. Тебе показалось. Ты же поклялся никогда больше не связываться с темной магией. Вовсе нет. Я сказал, что понимаю, почему ты этого хочешь, но я не клялся, что откажусь от поисков лекарства для Анны. Ты не умеешь остановиться. Зато я знаю, когда не нужно останавливаться. Забудь об этом, Оминес. Я пошел. Иду. Я это так не оставлю. А ты заебишь. Оминес, Себастьян не хотел ничего дурного. Я все слышал. Вы знали, что я на это не пойду. Искать эту реликвию — скверная затея.
Себастьян не понимает, что он не уступает безрассудством и безответственностью своим родителям, а они погибли именно из-за этого. Знаю, что его родители погибли, но мне неизвестно, что произошло. Мистер и миссис Сэллоу были преподавателями. Они с утра до вечера торчали в подвальной библиотеке, уткнувшись носами в книги. Когда это произошло, Анна и Себастьян были наверху. Они вдруг услышали грохот и поспешили в подвал, но было уже слишком поздно. Тела их родителей распластались на полу. Из-за неисправной лампы подвальная комната незаметно заполнилась ядовитым газом. Себастьян и Анна ничего не могли поделать. Они еще не владели магией. Какая ужасная история. Да. Поэтому мне не понять безрассудство Себастьяна. Я уже практически потерял Анну. Я не могу потерять и Себастьяна. Прошу тебя, держись подальше от всего, что связано с этой книгой заклинаний. Книги содержались многообещающие отсылки. Все, что связано с Салазаром Слизерином, кажется многообещающим. А потом оказывается, что уже поздно. Откуда такая инфа? Надеюсь, Себастьян на этом угомонится. Впрочем, если он продолжит поиски, дай мне знать. Я буду благодарен. Прорвемся, ёпт, что дых. Типа, наверное, выйти. Ой, это не я. Ебать, где у вас тут выход? Ага. Пойдет. А, и ты мне ничего не хочешь сказать, да? Вы дурные, бля, ребят. Вам не кажется? Потомство самой смерти. Блин, я бы вот реально вот это сделал. Бомбарды, мега кул. Реально. А, и меня компас хотел так вести, да? Серьезно. Трэш. Полезная эта вещь, ваше руководство для волшебников. Ой-ой-ой. Ривелио. Вот это да, вот это да, красотень. Ну, не, подожди. Я мимо так не пройду. Приведите мне дюжину! Акция! Инцендия! Конфринга! Благодаря тебе, солнце! Конфринга! Вот это ж... Такие коленцы! Гладко! Дефиндо! Левиос! Десцендо! Ривелио. Такое случается, ребят. И такое. Что такое? О! Ёшкарала. Хай! Акцо! Инсейн! Конфринго! Конфринго!
Дефиндо! С рук тебе это не было! Левиос! Десцендо! Инсендио! Я отомщу за твою гибель! Всех нас тебе не победить! Да ну! Ривелио! Ячейки, говорит, снаряжение ваше заполнены. Голдой, что ли? Блять. Я сейчас все сделаю, ребят. Вы только далеко не уходите. Я сейчас все сделаю. У меня будет все будет бум-бум-бум. А, мы же даже не определили вещи. Ё-моё, блять, все сделал вроде. А вещи забыл определить. Если на свете местечко уютнее Хоксмида. Здравствуйте. Здравствуйте. Дайте знать, если я смогу вам чем-то помочь. Давайте. Продать. Может, еще увидимся. Пойди, увидимся. Хогвартс. Сюда. Готово. Так, тут... Тут это, а вот это... Где? Будет время, поговорите. Поговорим, мол, подожди. Блядь, 40 секунд, ага. Так, что ты... А, о, блядь, где? А, блядь, не-не-не. О. А, рандомные предметы будет он мне давать. Ну, в плане вот то, что у меня и так растет, ну, типа. Ок. Так, давай оденем, что нам надо-то. Что у нас крутое? Ну, странно, что ты даже голду понял, не можешь убрать. 72. Не. Херня. Вот это я понимаю. Так, и... Ну, все остальное мы продаем. Таланты. Одно очко талантов у нас есть. Можем куда-нибудь его направить. Ну, тут... Скрытность, заклинание... Ну, давай возьмем. Почему нет? Десценда крутой. Типа, я вторую иногда использую. Пригодится исследование. А, вот, увеличена, я ее не забрал. У нас бы тогда помещалось. Ну, пойдет. Еще что-то есть? Исследование. Я все прокликиваю. А что здесь? Бой. Гоблинов 60. Топлероик защита.
Властитель, маска карающего волка, пауков. Думаю, нормально тут это самое. Защита дворняк. Что, в принципе, бесполезно. Ферналов. Да мы вообще напукали нормально, так я тебе скажу. Темных волшебников. Серьезно, я тебе так скажу. Бля, прям неплохо. А что здесь? Понятно. Хорошо, возвращаемся туда, где мы были. Нет, давай. Что там? А, 4 слота, что-то вот... Блять, было показано, сука. Ну, наверное, да, 4 слота. Надо почаще посмотреть на ОБС, а то... Продадим сразу, чтобы пустой инвентарь был. А то, да. Ну, здравствуй, Хоксмит. Заходите. У меня много лечебных зелий, если они вас интересуют. Может, еще увидимся. До свидания. До свидания. Так, теперь нам на место, на базу. Карта мира. С какой точки я летел? Я был вот здесь, да? Ладно, давай. Откуда вы, блядь? Ладно, давай сюда. Я бы сделал сейвик. Хай. Конфринго! Инсендио! Нужно здесь осмотреться. Я же не здесь был. Что за хуйня? Я знаю, что это такое. Испытание Мерлина. Ну да, но, блядь, лол, чел. Как бы я не здесь был. Сюда, что ли? Вообще, я помню, западное что-то. Вот. Вот западное и... Подождите. О, шар. Нам надо, кстати, один. Минимум. Да еб... Твою, блядь. Нет, не то. Блять, да что ж такое? Где я был? Мне надо туда. Я же был не тут. Ривелио. А, блять, не, я походу был. Да. Все, окей, можем продолжать. Раздобудьте дирикол, используя хватит мешок. Раздобудьте большую пурпурную жабу. Окей, давай. Чуть повыше взлетим. Тут чуть-то. Негоже.
Дерикол. Я уже тебя вижу. Стой. Стой. Моментум нужен. Ну, он красивый. Ареста момент. Сука, я вам сейчас тут дам, нахуй. Ебучий инфернал, блядь. Ты мне тут решил мешать? Где, кто еще? Я тебя не вижу. Ареста момент. Давай тебя, окей. Хз, как их ловить, но я кого-то поймал. Тише, тише. Ну, красивый, красивый. Есть. Каким-то образом. Они такие... Профессор Ховен ни за что в это не поверит. Я думаю, двоих. Каждой твари по паре, ёпта. Вот так, да, говорят? Или как? Ривелио! Здесь где-то соперник, он, наверное, забаганный. Или что? Я его не вижу. Да, давай ты. Замок. Должно быть, он был весьма величественным в свое время. О, тут и древняя магия, и питание Мерлина. А, не лагай. Не лагай, не лагай. Ты чё, родный? Чё случилось? Чё не так? Здесь кто-то есть? В этот раз с добычей. Не ведь гладко все прошло. Всегда приятно удивляешься, когда уже нечем тебя удивить. Древняя магия из-за нее так сильно Ривелио посаживается. Или что? Если закрома не полны до краев. Левиос! Десцендо! Это Дефиндо! Левиос! Десцендо! Гоблинским он акция! Не украли, а потом он стал нашим! Освобождение Конфриндо! Ты чё, родной? Конфриндо! Я видел, как ты колдуешь. Угу. Хило, говорит, много, брат. Говорит, да хуй я что-то на себя взял, да? Инцендия! Конфриндо! Ну что, хватило? Это все, что ты можешь! Труси! Акция! Это поплатишься! Конфриндо! Левиос! Десцендо! Ривелио! Пройдено.
Акцо! А, подсказки. То есть он прям показывает, где. Давай пешком. Ривелио! Конфриндо! Тут ля, тут так не залезешь. Хорошо. Да хорош шуметь. Я и так понимаю, что там веселуха. Вингардиум Левиоса! Левиоса! Ага. О! Херакс, блядь. Легендарочка неизвестная. Ривелио! Так, ну тут вроде все. А, не, не сумка. Оп. Блять, везде хилка, что ли? Чё за прикол? Десцендо! Дефиндо! Конфринго! Да ёб твою. Вот бы это видел профессор Фиг. Ну, он бы удивился. Так, прошли. Хорошо. Ривелио! И это и хорошо. Конфринго! Ривелио! Интересно, кто тут жил? Интересно, кто здесь, что у вас тут творится? А, астрономия, что ли, тут? Что у вас тут творится, блядь? Конфринго! Ривелио! Пауки, наверное? А, да, вон они. Они уже в Ангре, понял? Хотя я их даже и не трогал. Площадок для приземления. Акция! Инсень! Конфринго! Левиоса! Десцендо! Глатто! Дефиндо! Можешь по-человечески, блядь, спуститься на. Конфринго! Инсендио! Ривелио! Их. Ага, о. Теперь по-человечески берешь, смотришь вообще, что здесь есть. Тут мы все забрали. Хорошо. Клыки паука. Под текстурами. Один. Здесь чего ты? Нету нифига. Ага, хорошо. Идем сюда. Здесь у нас коробка. Это мы понимаем. Вингардиум Левиоса. Ривелио. Тут. Да, это... Конфринго! О. Ну, давай.
Чё, блять? Ну, я пытался. Что-то не захотел. Ривелио! Акцо! Ага, так. Ривелио! Что? В чем смысл? Ладно. Окей, давай слетаем. Или далеко? Вон тоже страничка что-то. Грибы. И опять эта древняя фигня. Ривелио! Кружевная салфетка. Местные жители говорят, что эта салфетка была оставлена в память о любимом домовом эльфе, который мечтал однажды надеть ее. Конфринго! Глад! Дефиндо! Дефиндо! Музыка играет, что ли? Я за бабочками. О! Правда, хз, чего это? Ну, ладно. Так, давай с метлой. Побыстрее все. Несомненно, это место покинули очень давно. Ривелио! Несомненно. Десцендо! Чё, блять? Конфринго! Ух, ёб твою мать, провалился. Почти. Эй, ну, чё так серьезно? Ривелио! Сильно лагает, что ли? Пусто кинул. Вниз, наверное. Конфринго! Нам, наверное, профессор не показал этот, блядь, фиг. Хрихерик, блядь. Вот это заклинание я сейчас покажу. А, нет, Депульса, я точно показал. Депульса! Ривелио! Здесь может быть опасно, поэтому стоит вести себя поосторожнее. Да нам вообще похуй. Честное слово. Какая-то тоже загадка. Непонятно чего. Поджечь. Поджел. Жук. Энд. Как сюда пробраться? Здесь за как-то типа решетка такая. Вингардиум Левиоса! Ее можешь куда и вставить. Да. Туда. Мне надо типа дальше быть. И вот так я смогу. Вот. Я понял, как такие загадки делать. Значит, нужен кубик. Где здесь плита такая, нужен кубик. Такой квадратик. Только, блядь, не забыть бы такие вещи. Ну, типа, да, неплохо. Замок. Должно быть, он был весьма величественным в свое время. Так, ну я что-то и не до... О. И не доделал это. А, вот как раз. Чуть далеко вам, мне кажется. Обычно как-то поближе.
Ривелио! А, он тоже подсвечивается. Ну и хорошо. Все. Было не так уж сложно. Да? Не так уж сложно. Ёб твою, это где? Дикое болото, я бы сказал. Ну кто там? Слышь, иди нахуй. Да вы задрали, ёпт, слышь? Куда ты меня, блядь, отправила, женщина, ёбаный в рот? Чё здесь, блядь? Кажется, у вас что-то дохуя, ребят. Че, всех, сука, здесь собрал? Или че де, блядь? Конфринго! Они как будто, блядь, ну, понял, новые приходят. Куда, блядь?
Они новые приходят, лол, я тут бесконечно так буду херачить. Я все хилки просто проебу. И все. Нет? Ну это же пизда. Такого быть, ну типа, не, я бы не сказал, что это нормально. Давай отойдем немножко. Конфринго! Латто! Дефиндо! Левиос! Десцендо! Инсендио! Конфринго! Инсендио! Поймай лягушку, блядь. Ёбнулась тетя, блядь. Собака, блядь. Ну вот это реально сложно. Это, блядь, тебе попизже босса, блядь. То есть я могу использовать 3-2 на этой. В меню заданий, говорит, не все награды забрал. Ты уверен, что это мне надо? Сейчас. Если бы не Крацио, или как его, Крацио, да? Круцио, Уюцио, то я бы тут сдох нахуй. Ну и не такой, конечно, запас хилок ебейший. Типа сколько я, 14 потратил? Ну это вот прям их когда много, это прям боль. Лягушек, говорит, поймай. Лягушку. Аресто момент. Да не того ты как ловишь. Для того, чтобы помочь мне. Есть. Все задания выполнены. Чё это? Ривелио! Ёб твою мать, блять, подожди, слазь. Акцио! Инсендио! Конфринго! Наверное, инфернал им похуй на проклятое закрытие, нет? Они сами же по себе ебанутые. Давай попробуем. Не, сносит. Он, наверное, всем сносит. Конфринго. Инсендио. Конфринго.
инцендио! Тут тоже, блядь, бесконечные, блядь, приколы, нах. Конфринго! Инцендио! Конфринго! Инцендио! Ну, возбудоражились тут, блядь, прям. Вам тут кайф, да? Сука, ёбнутые, блядь. Реально пачки, понял? Ну, жаб-то реально пачки было. Я сколько их убил? 10-12 штук там. Ебануться, да. Депульса! Нужно здесь осмотреться. Ривелио! Нужно здесь забирать все, что у них тут есть, ебать. Давай какой-нибудь гоблин, блядь, пиздец. Я успел? Что увидели? Да, и все это в 10 тысяч битрейт, это ужасно, конечно. Нужно здесь осмотреться. А, ну короче, здесь только сундук, короче, и все, больше ничего. Блять, теперь ОБС крашится. Да что за хуйня, блять? Ривелио! Ну, посмотрите, в чем ошибка именно, блядь, почему она крашится-то? В чем проблема? Проблем-то не должно быть никаких. Все, заебись же, ёпта. Ну, как минимум. Ну, у меня все, что я могу. Ну, сейчас битрейт, ебать. Ну, это просто издевательство, нахуй. Так не поиграешь. Хотя 10 тысяч стоит, типа, и так, это мало. Это ужас. Ну, это прям максимально неприятно, лол. Ты стримишь, у тебя крашится ОБС. Ты стримишь, у тебя хуяк битрейт падает. Ривелио. Ты должен заметить. Еще и битрейт. Я вот тут говорю, меня не знаю, слышно, нет, блядь, вообще. Просто кайфу, ебать, именно вечером, блядь. Ну давай. Вроде как более-менее, но тоже что-то пропускает. И это именно пропуск по сети. Мы многого не знаем о существах. Впереди столько всяких открытий. Угу. О, какой ля. Я просто чат пока ставлю. Ага. Сегодня вы все молодцы. Урок окончен. На следующем маршруте меня никто не догонит. Полагаю, вы готовы. Я выполнил вашу задачу, профессор. Теперь я готов к изучению бомбарда. Хорошо. Но у этого заклинания есть один нюанс. Его можно использовать только в случае необходимости. Вы, наверное, уже догадались, что взрывные чары могут причинить вред окружающим. Поэтому шарфик, используйте их красивый очень пиздец. Осторожно. Синий такой.
Непременно, профессор. Ловлю вас на слове. Что ж, приступим. Движения палочкой должны быть четкие. Не хотелось бы, чтобы вам оторвало руку. Попробуйте. Держите палочку ровно и крепко. Помните, что взрывное заклинание очень капризное. Ну, еще меньше метрит поставил, хорошо, ну, типа, мы уже заканчиваем. Это слава богу. Да и продолжать так тоже не очень. Ить. Оп! Готово. Хорошо. А теперь давайте перейдем к практике. Писал бы время перезарядки. Бомбарда, бля. Ну, конфринга тоже очень крутое заклинание. Тренируйтесь на этих тыквах. Каких? Бомбарда! Вы отлично работаете палочкой. Вот так каждый раз и произносите это заклинание уверенно и четко. Наносит огромный урон, вызывая взрыв с большим радиусом поражения. Это нам нравится. У вас хорошо получается. Ну, говорю, конфринга, да и экспеллярмус тоже очень хорошее заклинание. Экспеллярмус уже как будто реально не катит. Здесь комбы все крутые. ХЗ, вот я кормушку поставил, и вот это, наверное, щетку, наверное, придется убирать. Мешок, ну, типа, вот еще слиты два. Один. Знаешь. Ну-ка, давай поговорим. Профессор, у вас найдется минутка? Да. В чем дело? Мне интересно, что побудило вас заниматься волшебными существами. Подумываете о выборе профессии в этой области? Еще не знаю наверняка, но волшебные существа кажутся мне занятными. Вы действительно неплохо справляетесь с ними на уроках. Я считаю, что при выборе профессии, особенно в сфере науки, нужно обязательно учитывать как любовь к конкретному предмету, так и стремление помочь ученикам тоже узнать и всей душой полюбить этот предмет. Разумеется, профессор. Когда вы поняли, что хотите заниматься этим? Я четко помню этот момент. Были летние каникулы между 6-м и 7-м курсом. В ежедневном пророке я прочла о волшебнике, который торговал яйцами Аками, а потом исчез в горах недалеко от моего дома. Конечно, мы изучали Аками, но обычно они водятся в восточных землях, например, в Индии. Поэтому мне стало интересно, как они оказались в здешних краях, и я решила отправиться на поиски. Что такое Аками? Что это за существо такое, Аками? Они просто потрясающие. Похожи на змею, но тело покрыто перьями. А еще у них есть крылья. Трэш. Они могут уменьшаться или увеличиваться по желанию. Откладывают яйца из чистого серебра, так что торговцы их очень ценят. Угу. Так. Отыскать Аками в горах наверняка очень непросто. Конечно. Это было нелегко. Я искала несколько дней, пока родители сходили с ума от беспокойства. И, наконец, я обнаружила останки того волшебника, торговавшего яйцами. Он лежал возле дерева. А в дупле было гнездо с 7 серебряными яйцами Аками. И что вы с ними сделали? Ничего. Мы должны ценить существ за то, что они могут подарить волшебникам, например, защитную одежду, ингредиенты для зелий или даже сердцевину для волшебных палочек. Только браконьеры способны убить существо ради пары-тройки галеонов. Я оставила яйца там, где нашла, и спряталась. А через несколько мгновений существо пролетело прямо у меня над головой. У меня перехватило дыхание. Она сжалась так сильно, что почти исчезла и юркнула в свое дупло. Потрясающе! Так и есть.
В тот момент я поняла, должна как можно лучше изучить существ и помочь волшебникам научиться правильно с ними обращаться. Так будет лучше для всех. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Какой бы путь вы ни выбрали в дальнейшем, советую не забывать об изучении существ. Существа могут одарить нас очень полезными вещами, а однажды даже спасти нам жизнь. Я это запомню, профессор. Благодарю вас. О-о-о! Угу. Так, окей. Давай, выручай комнату, там и завершим. Да, Дика надо 100%. Но уже не сегодня. Уже сегодня, блядь, видишь, что творится. Никак вообще, блядь. Чё, есть чё? Да-да-да, было у нас. О! Тёмный костюм кузнеца. Конечно, не, я бы в этом остался. Типа 80-82 фигня, здесь зато хотя бы Круцио, понимаешь, а мы его реально используем. Так что не, не варик вообще. Да. Ну и к животным сгоняем. Что у нас там вообще творится? Они там едят, не едят? Привет! Угу. Какой-то лунтиленок. А, видишь, лунтиленки, они вместе ходят. Давай этих высадим туда только. Другое место. Прям с Дикой начнем. Следующую. 100%. Ха. Где этот приколист? Вон он. Так. Аж. И жабу. Хай. Хз, зачем они все? Ну,
Ля. Чик-чик-чик-чик по песку. Ну чего, капризничаешь? А, она типа ест. Перо Дирикола. Ха. Жалко, на нем тут нельзя покататься. Не, могу его типа забрать и на нем гонять. Да, я отгадаю, какая. Из костей. Где ты, родный? Вон он. Болтушайки. Перекати поле. Беги! О, эти побежали. Ну, тут все. Угу. И хотел бы поговорить, когда у вас будет минутка. Угу. Так, ну все, наверное, да? Наши дела тут закончены. Давай по заданиям. Задание сразу на следующую я запишу. Да и все, остальное там по усмотрению. Да. Сохранить игру. Готовчик. Такая вот седьмая серия. Жалко, что стрим прервался из-за ОБС, по сути. Я с этим разберусь. Попробую как минимум. Может, апдейт вышел какой, не знаю. Может, у меня что не так. Ну, я это выясню. Да, но этот стрим, тем не менее, 3 часа. Поэтому, как я вижу, да? 3.17. Тоже не маленький. Ну, и в следующей части... Мы уже тогда, да, будем по сюжету двигаться и дико задание выполним. Я уверен, оно тоже очень интересное будет. Да и все. Следующий стрим, по идее, если планы не изменятся, понедельник. Спокойно. Все, всем спасибо, всем пока. Такая вот седьмая серия. Ну, очень интересно и по миру побегать, и задание повыполнять вообще вот так вот. Хоп, и все, и задание началось. И сделал, взял с этими гоблинами, бля.
спасли мужичка. Пока.